Доброе утро. Привет. Майка в ванной? Угу. Так, будем завтракать. Теперь будет повод нормально готовить. А то, знаешь, для себя как-то одно неохота было. Раз уж в доме два мужика, надо будет постараться. Я думаю, у него есть нужная мне информация. Так подожди, а как же ты с ними, если он под следствием? Ну... В России живем. Да, надо уметь договариваться. Thank you.